же я. Итак, Рик Гофин. Где он? Другой я. Увы, капсула с нашим любимым Темпси на борту этой ракеты летит на Луну. Знаю, что нам надо сделать. Мы должны вернуть ракету на Землю любой ценой. Мгновенная смерть! Я перееду их как трактор. Итак, мистер Умник, допустим, нам удастся вернуть второго дня. Оставьте это мне. Верьте мне. Я доктор. Появление этого оружия не случайно. Все это часть большого сложного максимум плана. Максимум патронов! Протестировать это на других. Удвоение очков. Посадочная площадка активирована. Успехи, доктор Гроф. Да, доктор. Машина готова и ждет подключения. Хорошо. Я продолжу работать со щитом и скоро присоединюсь к вам. Протокол безопасности 935. Вообще-то нет. А Максис и его дочери уже позаботились. Еще один немец. Мгновенная смерть. Если бы я знал, какими большими они вырастут!
выстрелив, убил. Максимум патронов! Я слышу вас. Я знаю, кто вы. Район больше не безопасен. Рихт Гофен, это твой друг? Электричество необходимо. От этой машины зависят наши жизни. Не прощу. Посадочная площадка активирована. И вновь мои собратья пытаются управлять силами, которые гораздо мощнее их. Удвоение очков! Если нам удастся найти все детали, машину можно будет Максимум патронов! Которое может применяться для нападения. Точно.
без мозгов посмеет меня хватать. Хотя ты как раз такой. Максимум патронов. Увы, Такео, сейчас нет времени объяснять. Рико, признаться, меня изрядно беспокоят и тревожат твои поступки. Не потрудишься ли объяснить, что ты делаешь среди наших врагов? Как и было предсказано, кормление дракона принесло плоды. Единственное, что я могу предположить, это что ты решил использовать исследование группы 935 собственных извращенных сил. Но знай, старый друг, я сделаю все возможное, чтобы ты не вышел из замка живым. Удвоение очков! Тебе надо действовать быстро! Многое отделяет нас от успеха! Верю, это оружие содержит огневую мощь, которую я ценю. А как ты смеешь меня хватать? Отродье! И что дальше? Дальше что? Патронов.
почти не задумываюсь о прицеливании. Осторожен, Николай. Алкоголь погубил многих моих знакомых. Вы не знаете, каково это — стрела в сердце. Заглуши их крики! Надеюсь, оно прибыло не слишком поздно для нас. Бесплатно все сделано. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск проверки. Не забывай закрывать рот, когда летишь. Известно, что туда может попасть. Гондолу вызвали. Гондола прибывает. Срочная распродажа! Энергия никуда не исчезает, только передается. Какую же цену мы платим за это везение? Жвачка голода не утоляет. Ну, не худшая вещь, побывавшая у меня во рту. Находила.
теперь мертво! Мгновенная смерть! Боеприпасы, как и всегда, закончились. Интересный момент от тебя осталось. Хочешь стрелу в колено, зубастик? Секундная утрата концентрации. Ничего более. Что у тебя есть для меня? Странная машина? Доктор знает, что выпить иногда есть гуд для здоровья. Удвоение очков! Мгновенная смерть! Плотник!
знаю, кто вы, но выполню вашу просьбу. Если бы жвачка была в фантиках, неизвестно, кто ее лапал своими пальцами. Начинаем процесс слияния 115. Начаты медицинские испытания жвачки. Я так давно не проводил нормальных ампутаций. Упасть, встать, пробыть, повторить. Имея соответствующее оборудование, я смогу выделить активный ингредиент. Thank you.
могилы врагов. Я не смеюсь в лицо опасности. Я убиваю ее. Твоя воля кончена. Моя пока нет. Максимум патронов. Мой простодушный русский друг. Не пытайся запутать меня, Фриц. Я помню, зачем мы здесь. Нам надо найти... Принеси мне их души! Я не зол, просто разочарован. Я почти не задумываюсь о прицеливании. Максимум патронов! Прописывает конфеты. У меня лук. И что дальше? Кто-то наверху меня любит. Тебя подходит лицом в грязь. Стрела найдет цель. Всегда находила.
в лицо. Мне это часто доводилось. Тоскую по старым дням, когда у меня у самого была целая коллекция пыточных инструментов. Кого я обмаливаю? У меня их до сих пор полно. Чем думаешь, Николай? Если бы только твой разум не был таким замутненным, ты был бы непобедим. Я начинаю думать, что ты не тот. Оставлю тут ловушку. Не наступите в нее по ошибке. Убери! Это единственный способ обрести покой. Разни судьбу! Предстоит сделать. Питание подано на Тесла Фонки. Тебе со мной нельзя. Куда бы я ни шел. Возможно, стальной зверь не был таким уж достойным врагом Дакеу. Мгновенная смерть. Удивительно, насколько плохо сделана эта машина.
кончена! Моя пока нет! Смерть идет к тебе! Снова! Способ перемещения, хоть и небезопасен, но эффективен. Ловушка расставлена. Поглядим, как она сработает. Они это заслужили. Не забывай закрывать рот, когда летишь. Неизвестно, что туда может попасть. Есть люк, и мы сможем открыть гораздо больше. Что ты надеешься обрести в наших странствиях, Николай? Чего желает твое большое русское сердце? Такео!
с благодарностью принимаю эту винтовку. Заключена в этих бутылочках. Вкус какой-то другой. Сменили рецепт? Максимум патронов! Это дар. Может, не свалить императора. Твоя смерть радует императора. Сейчас не уступлю, пока не выполнено задание. Победе.
начинаем процесс слияния 115. Говорить о сообщении от императора, если не сейчас. Скоро, друг мой. А сейчас сосредоточимся на Дэмси. Он понятия не имеет, с чем ему скоро предстоит столкнуться. Я почти не задумываюсь о преследовании. Чья и окружен, но победа будет за мной. Нарывайся, демон! Электричество — сильная и опасная стихия. Пополнение припасов? Усть мяса! Вылезет с костей! Я прорежу путь сквозь твою плоть!